Пермском крае подростки заживо сожгли девочку, чтобы замести следы надругательства. Как сообщают местные СМИ, один из них сын высокопоставленных родителей. Они служат в МВД. По информации источников правоохранительных органов, накануне группа подростков употребляла спиртные напитки. Алкоголь и жара превратили мальчиков в настоящих зверей, они накинулись на 15-летнюю девочку, надругались, подожгли, а после положили ее вдоль железнодорожных путей, поделились подробностями журналисты. Девочку заметил машинист проезжающего поезда, который тут же позвонил полицейским и вызвал бригаду скорой помощи. Девочка выжила, с ожогами 90% тела ее госпитализировали в больницу, она находится в критическом состоянии. Сообщается, что в жестоком преступлении подозреваются трое молодых людей. Предварительно двое из них в этом году окончили 10 класс, один из подростков задержан. Двое остаются на свободе, один из них сынок родителей, которые служат в МВД.